Люблю я воскресенье. Очень люблю. А вот сейчас так подумала, мне какая разница? Воскресенье, понедельник, четверг, там, пятница. У меня все дни как один. Но как-то воскресенье я особенно полюбила в Турции. Да, как-то да. Время 11:30 у нас. Сегодня такой теплый денек. Сегодня безветренно. Я уже выходила на балкон не один раз. Балкон уже был открыт, сами понимаете. Сходила в душ. Сохну. Сохну, сохну, сохну. В 12, в начале первого, буду выходить к морю. Сейчас планирую попить кофе. В общем, все как всегда. Сегодня у нас облачно. Основная часть неба, конечно же, обычного цвета, без облаков. Облака, как правило, над горами. Облака, облака, белогривые лошадки. Хамамчик. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Ой. Настроение прекрасное. Я выспалась, хоть вчера легла поздно спать. Выспалась, хорошо себя чувствую. Алкоголя вчера не было. Волосы, да, вы правы, отрастают. Ой, надо что-то на себя надеть приличное. Ну как прилично? Вот, например, свой костюмчик, свою пижамку планирую сейчас забросить в стирку. Ну и варить кофе. Так, то да сё. Помаленьку, потихоньку. Скоро опять уже молоть надо будет. Пошла я оденусь. Пошла я оденусь. Так. Ставлю вас в штатив. Так, так, так. Вот я быстренько обернулась. Голова еще не досохла. Но... практически... я пью кофе и выхожу. Я долго дома тут церемониться не собираюсь. У меня нет особо никаких дел. Возьму сегодня учебник турецкого языка на пляж. Полежу. Может быть, даже позагораю, не знаю. Ну, сегодня, наверное, да, сегодня, наверное, разденусь в том плане, что... В том плане, что... В шортах буду сидеть. Ну, так. В шортах, в футболке. Кепку возьму. Потому что лицо вчера очень сильно загорело. И более того, оно обветрило. Оно обветрило очень сильно. Это почувствовала по губам. Вечером, когда приняла душ и мазалась кремом, прям даже почувствовала по щечкам. Кремом уже намазалась, зубки уже почистила. Такая румяная, да? Какая румяная, очень даже хорошая. Дома нет ни одной сигаретки. Вот мне дома сигареты держать вообще нельзя. То же самое, что конфеты. Вот конфеты я купила и сожрала их все в один день. Все в один день. Ну так, конечно же, не гоже. Это не гоже. Я зарекалась домой покупать конфеты. Вообще, ну, думаю, ну, где-то там, допустим, в гостях съешь шоколадку. Ну, и, там, конфету шоколадную. Домой, думаю, не буду брать конфеты. Да в кафе пошли, например, выпить кофе. Взять торт. Ну, блядь, там такие торты невкусные. Отвратительные просто. Ну, не получается. Зайдешь в Аюсбир, там, мои любимые шоколадки по 6 лир, по 6,5 лир. И ты как, знаешь, и ты как с ума сошла. Просто эту баунти, это. И все в корзине, и все дома. Пришла в себя, когда уже гора фантиков, ты уже все съела.
Маленечко я все-таки схуднула, когда приехала из Каменска. 100%. Даже 200% я бы сказала. Схуднула. Я это чувствую, во-первых, по спине. Я это чувствую вот здесь вот поэтому. Схуднула. Конечно, не так, как было, но схуднула. Нормально. Больше гуляю, больше двигаюсь. Да, все больше. Надо поставить машинку стирать. Цветочки уже устали. Вот это вот устало, это устало, это устало. Ну, пускай еще денек постоят и выброшу. Но, слушайте, мне понравились эти цветы. Надо взять их на вооружение. Красивые очень. Аромат очень похож на аромат лилий. Очень похож. Просто, знаете, я вот в восхищении этих цветов. Я не видела, где они растут, например, на газонах. Там мне писали в комментариях, ты сорвала цветы с газона, никто тебе их не дарил. Я не знаю, где такие цветы продаются на газонах. Ой, где такие цветы растут на газонах. Я не знаю, я не видела. Я в Турции живу, уже скоро будет 2 года, я не видала. Интересные вы, а? И вообще вот у женщин на моем канале какая-то необычайная, знаете, такая вот удивительная способность все обесценить и все, знаете, все опошлить и все, ну, все не так, как сделать, ну, якобы у меня все не как у людей. Ну, это бред, да, согласитесь? Ой, ё-моё. А, с понедельника начинается масленица. Посмотрите, что я сделала с кофе. Мне даже ложка не лезет, чтобы размешать. Ну, конечно, все не как у людей. Конечно. Я налила много воды. Налила. Сейчас поставлю на досочку. Так, мне надо что сделать? Размешаю вилочкой. Если ложка не лезет, я размешаю вилкой. А, ну вот, видите, все осело. Хоть ничего не готовишь на плите, знаете, а получается все равно ее каждый день мыть. Каждый день. Я же сегодня достала рыбу из морозилки. Сегодня рыбу приготовлю. Вчера прибиралась в холодильнике. С кочерыжки срезала все листики, все просмотрела, все свежие листики. Тут также петрушка. Посмотрите, вот сколько. Убрала в бульон. Сейчас запасла. В контейнер. В морозилке, блядь, шаром покати. В морозилке покати шаром. Баранинки так и не купила. У меня вот есть фарш, котлетки, бульон и вот сало. Сало на лицо осталось немножко. Я приду сегодня, буду готовить рыбу на ужин. Или на обед, не знаю. А можно сейчас пожарить? А почему нет? Давайте сейчас пожарим. Да? Я пожарю сейчас рыбу, конечно. Кофе почти готов. Пока он остывает, и рыбка сжарится. 100%. Сейчас мы сделаем. Вау, посмотрите, вот, а. Посмотрите, что, как у хозяйки это все хранится. Просто посмотрите. Все навалом. Все навалом. На блинице пожарю. На этой, на маленькой. Кстати, я не договорила свою мысль. Блинница же начинается с понедельника. И надо блины печь. Я ни разу блины не пекла, слушайте. Но я так думаю, что в этот раз я блинчики испеку. Я почему-то так уверена. Да, я поем рыбу с авокадо. Да будет у меня такой завтрак. Вот и все. Давай. Кофе почти готов.
Потрясающе. Сейчас будем наливать. Ну, все уже собирается, пузырится. Отключаем. Отключаем и наливаем в большую кружку. Пока оно у нас остывает. Пока оно остывает, я пожарю рыбу. Так. Так. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И с авокадо ее прекрасно съем. Просто прекрасно. Масочка. Все. Все. Все, все. Может быть, сбегать за сигареткой? А? Или мешать вилку? О! Прям жалею, что дома нет сигарет. Фух. Но если дома были бы сигареты, я бы просто так вот сидела и никуда не делала. Сигареты, конфеты, это вообще у меня дома такого быть не должно. Волосы, смотрите, почти высохли. И здесь. Надо волосы уже красить. Надо волосы уже красить. О, вы только гляньте, какой шматочек, да, рыбки? Не надо ничего изобретать. Рыба, она сама по себе очень самодостаточный продукт. Абсолютно. Берешь ее, берешь, кладешь ее на тарелку, а на сковородку сначала, на оливковое масло, жаришь на оливковом масле. Все. Все, больше ничего не надо делать с рыбой. Вымыла авокадо, разрезала и ешь. Все. Рыба у меня была не свежей, конечно же. Конечно же, нет. Точно так же на балык-базар рыбу и замораживаю. Точно так же. Все это фигня, что она там свежая, из моря выловленная. Все это фигня, конечно. Не могу понять. Достаем косточку из авокадо. Волосина. Пойду к морю куплю сигаретки, да. Сейчас не буду. Не буду спускаться в магазин. Неохота абсолютно. Вот. Просто. Все элементарно.
Элементарно, Ватсон. Жаришь рыбку и кушаешь ее с авокадо. На завтрак. Горячая крышка. Горячая крышка. И кофе горячий, все горячее. А, какая вкуснота. Господи, какая вкуснота. Тарелку. Давай. Одной рукой, да? Сложновато перевернуть. Распадается. Поэтому буду делать двумя. О! Супер! Перевернула. Омега-3. В чистом виде. Прекрасно. Роскошно, я бы сказала. Роскошно. Переворачивается крестик. Перевернешь его, сразу такой красивый, маленький. А закрутится, завертится. Авокадо свежий. Смотрите, как масляный. Надо есть авокадо. Ах, рыбка. Снимаешь вот так вот кожица. Надо достать рыбу и пойти в угол. Пока голова сохнет. 11:55. Сколько время? Сейчас мы посмотрим, сколько погода. Аланья, когда пошла махалиси, пишет плюс 11. А, подожди. Наверное, сейчас обновится. Плюс 16. Вот. А я тут такую табличку скачала. Вот, обновила плюс 16. Ощущается как плюс 15. Дождей нет. А, телефончик сюда. В кармашек. В шортики. Обожаю я тебя, обожаю, даже если я тебя иногда обижаю. Жить на свете не то не все. Обожаю я тебя, вот и все. Прожарилась? Да, прожарилась. Подрумянилась даже. Очень хорошо. Прекрасно. Так, это мы отключаем. Я беру вилку. И вот таким вот образом. Рыбка скатывается с... сковородки. Все. Готово. Авокадо мы положим на другую тарелочку. Возьмем ложку для авокадо.
потому что ложкой выскребать удобнее. И все, идем на балкон. На балкон, на балкон, на балкончик, на балкончик. Ну, а конечно, где мы еще кушать? Плюс 16. Но так как я все-таки после душа, я надела на себя такую штуку, чтобы не подмерзнуть. Нафиг надо болеть, нафиг надо. Продует что-нибудь, просквозит какую-нибудь шею. Нафиг надо, согласитесь. Вот. Рыбка. Авокадо. Ну-ка, 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 ну-ка. Хочу маленькую рыбку, хочу хамси, очень. Такая вкусная, но хамси она в Кара-Денис вроде бы, в Черном море. Бля, вкусно, умок ешь. Просто ум отъешь. Сейчас себе заготовлю авокадики, чтобы ложечкой подцеплять. Авокадо я всегда любила, еще когда в России жила. Авокадо я люблю. Мне кажется, у нас в магните только я одна авокадо и покупала. Вот прям вкусно. А баба-ёшка? Рыба есть рыба. Косточки, они всегда. Опять перевернулся крестик. Пока. Поставила вас поближе. Птички поют. Прям жирненько такая рыбка. Жирненько, полезно. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. 12:03. Я доедаю. Одновременно досыхаю. Ставлю машинку стираться и иду гулять к морю. Очень вкусно, полезно. Много кофе. Все, как я люблю.